assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari bu videoda siz kundalik hayotimizda eng ko'p ishlatiladigan gaplar va eng kerakli so'zlarni bilib olasiz agar siz bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz albatta obuna bo'ling chunki biz aynan like siz uchun eng kerakli video darslarni chiqaramiz agar ushbu videoga bitta layk bosib qo'ysangiz bizning videolarimizni siz kabi rus tilini o'rganishni xohlovchi insonlar ham ko'rishiga sababchi bo'lasiz biz barcha darslarni siz obunachilarimiz uchun chiqaramiz agar siz har kuni video chiqarishimizni xohlasangiz muhokamaga o'z fikringizni hech bo'lmasa plyus minus nuqta belgilarini qoldiring chunki muhokamalar va layklar biz uchun motivatsiya manbai hisoblanadi va biz olg'a intilishda davom etamiz demak layk like tugmasini bosing va muhokamaga o'z fikringizni qoldiring biz esa Бхагингидарсамасна, Боашляймас. Здравствуйте. Это скорая помощь. Здравствуйте. Это скорая помощь. Асалому алекумбу тез Да, слушаю вас. Да. слушаю вас Ха, sizni eshitaman моей бабушке стало плохо моей бабушке стало плохо Менинг buvimni mazasi qochdi ваш адрес ваш адрес sizning manzilingiz Улица Купчинская, дом семь, квартира три. Улица Купчинская, дом семь, квартира три. Купчинская куча дом Учунче Хонадон. Имя и фамилия бабушки. Имя и фамилия бабушки. Бувенгизна Исма Расулова Сивара. Расулова Сивара. Сколько ей лет? Сколько ей лет? У нее да? Шестьдесят семь лет. Шестьдесят семь лет. Олтмеш етти Номер телефона. Номер телефона. Телефон ракам. Плюс етти ноль тукыз ноль бэр. Плюс семь ноль девять ноль один. Плюс семь ноль девять ноль один. Хорошо. Скорое будет через десять минут. Ждите. Хорошо. Скорая будет через десять минут. Ждите. Яхше, ты зердам, ундарикадан сунь, ктынь.

Скорая помощь, слушаю вас. Скорая помощь, слушаю вас. Тизердам, созна иштаман. Что случилось? Что случилось? Намабульда. Кому стало плохо? Кому стало плохо? Кем не Огар? Назовите ваш адрес. Назовите ваш адрес. на айти. Ваш адрес. Ваш адрес. Сызней манзелингез. Адрес, адрес Манзель, номер телефона, номер телефона, телефон рака. Вы знаете больного? Вы знаете больного? Сэс. Киасальна танисизма. Вы знакомы с пострадавшим? Вы знакомы с пострадавшим ми? С джабрнлянучилярблян таншмис. Пострадавшим брликшах сларгенспатан. Пострадавшим ми купликенспатана и теляда. Имя и фамилия больного имя и фамилия больного. Касальнин Сым Шарифа. Сколько лет больному? Сколько лет больному? Касаль ничьёшта. Скорая выезжает. Ждите. Скорая выезжает. Ждите. Тезиордам Бораяпта Кутин. Алло, здравствуйте, это скорая помощь? Алло, здравствуйте, это скорая помощь? Алло, асалому ас алекум бу тезиордам. Это скорая? Это скорая? Бу тезиордамма. Это скорая помощь. Это скорая помощь. Бу тезиордамма. Здесь одному человеку стало плохо. Здесь одному человеку стало плохо. bu yerda bir kishining ahvoli yomon bo'lib qoldi человек без сознанияжит и не дышит человек без сознания лежит и не дышит bir odam hushsiz yotibdi va nafas olmayapti человека застрелили зарезали Человека застрелили, зарезали. Бырна от пкитшпта. Я не знаю этого человека, мимо проходила и увидела. Я не знаю этого человека, мимо проходила и увидела. men bu odamni tanimayman o'tib ketayotgandim ko'rib qoldim у одного человека течет кровь и он без сознания у одного человека течет кровь и он без сознания bir odamdan qon oqayapti va u hushsiz Мне очень плохо, резко снизилось давление. Мне очень плохо, резко снизилось давление. Мина Ахвольм, ⁇ -мо ⁇ что Конбос Монбордант Можете приехать можете приехать итеп клиласизма можете приехать на улицу гатчина дом 44 квартира 4 можете приехать на улицу гатчина дом 44 квартира 4 гатчина кучасы картуртанче дом туртанна данге итеп киляласизма Улица Менделеева, дом 7, квартира 5. Улица Менделеева, дом 7, квартира 5. Менделеев кучасы, Итанчи, дом, Вещенчхонадон. Человека сбила машина. Человека сбила машина. Бер-одамна, мужчина Урбкитта. Приезжайте скорее. приезжайте скорее tezroq yetib keling bugungi darsimizni ma'lumotlari shu gaplardan iborat bizning darslarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa youtubea kanalimizga obuna bo'lishni unutmang darslarimiz bilan guruhlarda bo'lishing va albatta layk tugmasini bosib qo'ying e'tiboringiz uchun rahmat sog' salomat bo'ling rus tilida so'zlarni tez eslab qololmayapsizmi yangi so'zlar esingizdan chiqib boryaptimi biz bunga yechim topdik siz bizning lug'atlar eng ko'p ishlatiladigan gaplar oshxonada restoranda kabi kundalikda ishlatiladigan barcha mavzularga mp три darslarimizni olishingiz mumkin mp tri darslarni quloqchin yordamida xohlagan joyda ishda ko'chada tinglab eslab qolishingiz mumkin agar sizga audio darslik kerak bo'lsa quyidagi raqamga murojaat qiling barcha ma'lumotlarni bilib olasiz shoshiling